Десятая открытая акция «За мир» в память о трагических событиях в Беслане прошла в культурно-досуговом центре «Молодежный» в Юдино. Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Депутат окружного совета депутатов Вячеслав Киреев отметил, что в числе приглашенных были участники специальной военной операции. Бойцы поблагодарили всех жителей России за оказанную фронту помощь.